Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Zarbaz Games. С вами снова Невазар. Мы продолжаем проходить игрушку Prey of the Gods. Всем приятного просмотра. Что ж, друзья, вы мне написали, что в игрушке идут лаги. Ребята, разбирался я, что здесь, почему лаги. Короче, даже на форум игрушки зашел в Steam. Вот, многие пишут, что идет утечка памяти. То есть игрушка пока не оптимизирована, вот, ну, надеюсь, что патчи игрушку поправят и не будет такой утечки памяти, потому что я что только не делал, вот сейчас я пробую уже другой программой записи записывать, может быть, лагов будет поменьше, вот, так что не от меня, и пробовал, и вторую видеокарту свою отключал, вот, и графику на минималку ставить, все равно почему-то идет утечка именно оперативки, хотя у меня оперативки 32 гигабайта, вот, и не знаю, куда она утекает, но вот из-за этого идут... подлагивания, вот, и плюс я на записи этого не вижу, потому что на записи у меня ничего не дергается, у меня даже FPS не просаживается, игрушки только в отдельных местах. Так что извиняйте, так что как могу, так и записываю. Ну а мы идем дальше к следующему колоссу. И Святослав мне написал, говорит, смотри на небо, вот, колосс типа обозначен, где на небо здесь что-то такое горит. Я так понимаю, что вон там что-то горит, нам нужно туда двигаться. Ладно, что ж, давайте полетели. Колоссу, абсосу, настучим по мандосу. Так, ну-ка, ты можешь этот как открыть? Лучше давай полети, а то что-то тебе там это выносливости мало, то сейчас шандарахнешься, и потом ни одна бабка тебе не отшепчет, блин. Вот, обидно, потому что, ну, что не оптимизированная игрушечка. Ну, опять же, ребята, игрушка в раннем доступе, и это все как бы простительно этой игре. Вот, поэтому я на нее не грешу. Игрушка мне нравится, потому что я говорю, что в Shadow of Colossus я не играл. Вот, а это как бы игрушка мне зашла, мне игрушка нравится. Вот, единственное, как бы, вот эти вот маленькие траблы, что на записи, именно на записи, когда игрушка, ребят, пишется, она именно подлагивает. Потому что я, например, вот сейчас я играю, я не вижу никакой ни подлагивания, ничего. Ну, я говорю, что уж простите, ничего я сделать с этим не могу. Так как есть. Ну что, и я так понимаю, что вот это вот, как бы Святослав про это вот сказал, что вот сюда нужно идти, наверное, да? Потому что вот здесь вот что-то горит, типа сюда давай спускаться. Ну давай, попробуем как-то спуститься сюда. А, убьем следующего, как Скутер написал. Колососы. Абсосы. Вот, убьем следующего абсоса. Надеюсь, он такой сложный не будет, потому что, как мне Святослав тоже пишет, говорит, ты вообще не туда пошел, типа, это потом нужно было этого колосса убивать. То есть я сложнее, что ли, колосса убил, я не понимаю. Вот, ну, убил уже хорошо. Ну, а мы с вами давайте продолжаем, посмотрим, что же за следующий колосс. Колосос здесь, который сейчас получит. Вот видите, вот такое вот подлагивание. Вот это вот подлагивание у меня есть. Вот реально вот это подлагивание у меня есть. Но это я говорю, что это... именно из оптимизации игры. Надеюсь, что когда игрушка уже выйдет в релиз, ничего такого они это устранят. Вот. И тут, по-моему, движок еще стоит. Или Unity, по-моему, движок. А Unity, он такой лагучий движок сам по себе, что, может быть, из-за этого-то и подлагивает все это дело. Так, ну я так понимаю, что куда-то туда мне нужно двигаться, наверное. Вот, ёпта. Ты кто, блядь? Ух ты. Ух ты. Тихо, спокойно. Спокойно, дружбан. Смотри, какой, блин, а. Ух ты, иди, твою мать. Да, вот, ай-яй-яй-яй, тихо. А что, дубин больше нет никакой, что ли? Блин, у меня больше никакой дубинки нету. Придется вот так, не знаю, вручную. А да... дамаг-то, наверное, не очень идет вручную, да? Так, подожди, а где мой этот супер-друпер? На нахуй. Ах ты черт, а? Вперед меня стукнул. Я надеюсь, что у него аптечка будет. Смотри, что творит, а? Гаденыш. А что ты не бьешь рукой? А, я же лук поставил, да? О, смотри, улез. Улез котобразина. Не-не-не-не-не-не-не. Не попал, ладно. А вот сейчас попал. Отлично. Дал ему по щам. И смотрите, сколько много у него всего подобрал. И дубинку подобрал, и все подобрал. То есть не дубинка, а еще чего-то там непонятное такое, что подобрал, ладно. Ладно, разметели бродяг таких собачьих. Вот, правда, жизнь у меня чуть уменьшилась. Но ничего, сейчас я думаю, что жизнь сейчас какую-нибудь тут найдем. Как я называю этим. Ягодки здесь интересные всякие.
от которых, блин, итальянская болезнь под названием панос может развиться, но ничего, сейчас мы все с вами подберем, сейчас мы с вами покушаем, как придем к боссу, надеюсь, где-то босс здесь будет или не здесь, вот куда, вот в эту мне пещеру заходить, ну, по-моему, туда, в эту пещеру мне заходить, потому что мне туда как бы свет ведет, и, по-моему, мне нужно туда, сейчас подождите, вот здесь посмотрю, может, здесь что-то будет такое интересное, да, по-моему, здесь ни хрена ничего не будет. Да я не знаю, можно ли здесь какой-нибудь костюм сделать другой или прокатчик какой-нибудь. Вот. Мне кажется, что пока что ничего нет. Пока что только можно убивать колосс. Может быть, даже они потом добавят еще что-нибудь. Вот. Не только колоссов мы будем с вами убивать. Не знаю. Вот. Пока что это Shadow of Colossus. Вот. И именно хорошо... Вот что это такое. О, смотри, нихера себе завалилась. И что? А она спит. Что она делает, когда она спит? Ничего, она поспала. Теперь жрать, наверное, захочет. Нет, жрать, смотри, жрать не захотела. Так, ну костер я не буду разводить. Ибо нечего тебе костер разводить. Так, а как, подожди, а как мне туда попасть? Так, здесь я смотрю, здесь просто тепло, да? И здесь ни хренашечки нет. Ну подожди, вон туда-то можно как-то, наверное, попасть? Или нет? Вот видите, мне кажется, что туда какой-то проход есть. Или мне это кажется, что туда она не может залезть. Ну ладно, не может, так не может. Давайте отсюда уйдем. О, что это такое? Взаимодействовать. Так, карта. Так, ну я по чуть-чуть все карты собираю. Это хорошо, конечно, это все замечательно. Но я не понял, а где следующий колоссос-то? Куда мне до него-то идти? Куда бежать-то? А, может быть, он туда, наверх? Или нет? Или да? Подожди, я откуда пришел? А, я оттуда пришел. Я пришел снизу, а теперь можем наверх зайти. Может быть, да, может быть, туда. Жизни мало. Так, нужно что-нибудь пожрать, я так думаю. Ешь, заслужила, так уж и быть. Заслужила. Заслуженную тебе ягодку дал. Ягодку обосратушку, блин. Так, ну да, вот сюда, вот этот вот колосс сюда мне ведет. Вот здесь вот есть чуть-чуть, ребят, подлагивание. Я пробовал, как бы, говорю, что я пробовал на минималку вообще, как бы, графика обсидит, а вообще это не помогает. Все равно идут какие-то утечки памяти, не знаю чего. Ну что, и мы куда-то зашли, я так понимаю, что мы зашли к этому колоссу, или кто, где он тут? Ну вот он сюда показывает, что он, мол, здесь. Так, что у нас здесь? Ой, ой-ой-ой-ой-ой, что это? Кто это? Ёпты. Я даже не знаю, как его назвать-то, что это такое. Это какой-то... Елдун? Елдун, блядь, вылез, блин. Так, а где этот Елдун? Блин, а погодка-то, может, это улучшится? Что-то как-то не хочется мне... О, а что он делает-то? Ох ты. Я себе. Хераж себе. Так, подожди, что нужно делать? Так, давай прятаться. Так, прячемся. Он мне пока, по-моему, не видит, а может и видит. Хер поймешь. Нет, что-то, по-моему, дамаг проходит почему-то. А почему дамаг проходит, не понял. Так, ну-ка, что вот это такое? Так, что-то вылезло. Что такое вылезло? И мухи налетели. Ну-ка. О! Смотри, что-то зажглось. Что-то зажглось. Это хорошо, что что-то зажглось. Так, давайте поедим чуть-чуть. Жизнь-то у меня исчезает. Так, я понял, что вот такие, наверное, штуковины нужно врубать. Так, еще давайте смотрим кнопочку. Уди, нафиг. Так, могу я здесь переплыть, интересно? Да, вот здесь вот подлагивает. Сейчас вот я прям видел, подлагивает вообще жесть. Так, ну-ка, давай-ка что-нибудь с тобой, дорогуша, еще съедим. А что мы с тобой можем съесть? Давай вот это вот съедим. И она мерзнет, блин, друзья. Она мерзнет, да-да-да, она мерзнет. Так, ну хорошо. Так, вот еще, смотрите, еще одну штуковину нашел такую. Так, давай, это что такое? Это что такое за, блядь, какие-то кобздюшки прилетели. Давай. Так, хорош, еще одну включил штуковину. Так, ну вот на эту штуковину, я думаю, что в конце нужно нажать. Когда мы что-то такое, потому что, ну сейчас я попробую просто нажать. Ну-ка. Да, ничего не происходит. Так что, блин, да ладно тебе, да хорош, блин, а?
Блин, у меня просто жизни сейчас не хватит, блин. Я уже, смотрите, все подпитал. Все, что можно, подпитал. Давай. Ну как так-то, а? Я не понимаю, ребят. Я вроде как отпрыгиваю. А подожди. А почему у меня нет ничего? Да, хрень какая-то. И костра-то здесь нету. И сожрал-то я все уже, все, что мог. Подожди, я попробую. Я, по-моему, бинты-то поднимал. А почему у меня бинтов-то нет? Я вот это вот не понял. Давай, дорогуша. Я не знаю, ребят, что здесь нужно сделать. Я вроде как отпрыгиваю, вроде он меня не попадает. Ну, вроде как и попадает. Вот видите, я вроде как отпрыгиваю уже. Да, отпрыгиваю. Ну и что с тобой? О! Смотри, пизда крякнулась. Ну давай. Лапули. Давай. Так, полезли. Куда полезли, не знаю. Ну, куда-то лезем. Ну, жизни у меня нет. Да, у меня жизни нет, и я чувствую, сейчас я просто сдохну. Тем более, я не знаю, куда еще лезть даже. А жизни у меня вообще нету. Что это такое происходит-то? Дерьмо какое-то. Блять, еще эти кози-какашки здесь. Да, еще понять, куда мне лезть, ни хрена ничего не видно. Где у меня тут эти сердца-то? Не, ну, в принципе, хорошо, что я понял, что здесь делать. Вот, ничего сложного-то я пока здесь не нашел. Так, вот этот. Так, даже где-то внизу, да? Да, внизу. Вот тут. Вот здесь вот можно мы сейчас это погандошить чуть-чуть. Давай. Да, не понял, что мне нужно здесь делать. Вроде как я и как бы не попадал под такой подогонь. Это почему у меня жизнь улетала? Вот, вроде, ну, видели сами, что как бы я перепрыгивал все это дело. Непонятно. Ну, ладно. Я не понял, куда у меня бинты делись. Вот, бинты у меня были. Куда они делись вообще? Как их использовать? Я их бинты-то, ну, видели, я при вас бинты подбирал, которые должны, по идее, мне служить чего-то, как бы, чтобы они мне лечили. А на самом деле у меня ничего как-то и не лечится. Вот смотрите. Давайте посмотрим. Где бинты? А вот это что такое плюс? Подожди. Что это такое? Что-то делается. Что делается, не знаю. А, это может быть не бинты. Это может быть разжигать всю эту говняцию, да? Да, понятно. Это, наверное, да, это разжигать говняцию. А что это такое? Больше я ничего не могу сделать? Нет, не могу. Ну, в принципе, я чуть-чуть прокачался. Давайте как-нибудь бежать опять. Так, вот так, наверное, нужно уходить, да? Хорошо. Так, главное, чтобы у нас выносливость была. Чтобы резко отойти. Так, хорош. Отошел. Тоже отошел. Да, жизнь вообще, смотрите, жизнь просто утекает куда-то непонятно. Может быть из-за того, что здесь холодно, это все так быстро утекает. Может быть из-за этого. Так, давай, дорогуша. Ах ты, бля. Чуть-чуть меня не попало. Мандулятина это. Ну давай уже, пуляйся. Ну вот воду-то и не нужно было это делать.
Так, мы куда-то вон туда, по-моему, побежали. Через это мы переплывали, да? Давай, 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 давай. Так, вот вторая штуковина. Не, главное, что я понял, что нужно делать. Здесь самое основное у колоссов понять, что нужно делать, как их убивать. Как к ним вообще залезть. Давай, хоп. Блин, ну я даже не знаю, как вот эту вот штуковину назвать-то. Хорош. Блин, вообще терминатор какой-то, блин. Глаз терминатора, блин. Мне кажется, сейчас получше получается, да? Получше я бегу. Главное, выносливость, чтобы была. Выносливости не будет, и все, и кирдык мне сразу будет. Так, давай, 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 оп. Оп. Хопочки, хопочки, хопочки. Так, но. И чипонь. Хорош. Ну, сейчас мы ее накреним чуть-чуть. Сейчас мы ее накреним. Да, я понимаю, что ей не нравится. Ой, что-то она делать собирается. О, выпускает это. Пробзюкалку какую-то выпустила. Так, нужно быстрее, я чувствую, подбежать. Что-то мне так, как бы, выносливость еле восстанавливается. Так, на всякий случай я что-нибудь поем. С вашего позволения. Ну нет, ну почему ты так далеко-то? Ну нет, блин, я сейчас к тебе еще не добегу, да? Мне на тебя нужно залезть. По любасу на тебя нужно залезть. Я по-новому не хочу, блядь, эти включать, эти херовины. Давай, быстрее, беги, быстрее, 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 быстрее. Так, ладно, полез. Успел, 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 успел. Так, теперь смотрим, где ее нужно бить. Так, держимся, 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 держимся. Мне кажется, что где-то наверху должно сначала быть, потому что я что-то хотел. Тогда я что-то очень низко. Ну, это загон, ребят. Это загон. Когда не работают кнопки удержания, блин, ну мне как, мне что нужно делать, чтобы кнопки удержания-то, блин, делать? Я держал сейчас как мог вообще ее. Вот реально держал как мог. Я там, блин, я не знаю, там 100 000 раз, блядь, на кнопку нажимал. И хуй бы хрен, блин. Еще бы понять, где у нее это вот эти вот фитюлечки, которые нужно нажимать, было бы намного легче. Давай, 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 давай. Бегом, бегом, бегом. Так, это мне не нужно есть. Так, это еду добавляет, добавляет. Давай, закусили и бегом, бегом, бегом. Блин, вот сейчас неудобно, она упала. Я не вижу, где у нее фитюльки эти. Вот сейчас бегу, специально смотрю, где у нее фитюлечки. Как ей нужно нажимать, блин. Так, одну вижу вон. Одна на втором этаже, вижу. А вот наверху я не понимаю, есть там что-то у нее наверху или нет. Смысл мне есть туда лезть наверх или нету? Ну покажи, пожалуйста, да? Шмаковку свою. Не, мне кажется, наверх не стоит лезть. Хорош. Блять, говори, что это тварь, а? Ты, блядь, шалава, блядь, недоразвитая, блядь. О, сейчас вот нормально.
Нормально, пизда крякнулась. Давай, 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 быстрее, 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 быстрее. Ну давай тоже зацепись, а? Было бы проще понять, куда мне нужно лезть. Так, так, ну давай. Опа. Так, молодец. Держимся. Бля, как ты там болтаешься, я не понимаю, бля. Держись ровно. Что ты делаешь, а? Ты можешь отдышаться, а? Я не понимаю, что, блядь, с выносливостью такое происходит, блядь. Видел, где еще одна хрень. Давай ты запрыгнешь, а? Пожалуйста. Камера, конечно, ведет себя вообще, блин, просто пипец какой-то. Видите, что показывает камера? Что показывает камера в конце-то концов, а? Да, и у меня выносливости нету. Зашибись. Ну это все, это эпик фейл, блядь. Это реально эпик фейл. Да, можно все, блядь, можно сразу, блядь, пизду, блядь. Можно сразу загружаться, блядь. Пизду, хуетень, блядь. Блядь, она отпускается, блядь, не отпускается, блин. Не, ну мы главное поняли, что нужно делать. Я думаю, что сейчас мы замочим. Вот, почему-то я раньше я не замечал, что когда ты висишь, что выносливость у тебя пропадает. Потому что вот на этом, на офицбекет я сколько ездил-то. А здесь что-то я сейчас вишу, я прям вижу, что выносливость проходит, 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 проходит. И она реально просто падает. А здесь-то как бы расстояние такое, далеко лететь, можно сказать. Ладно, давайте, может, по этой стороне пойдем, попробуем. Да. По этой стороне чуть побыстрее будет. А где эта кнопка-то? А, вот она кнопка. Я же говорю, что где-то здесь была. Да, главное смотреть за выносливостью, и все нормально. Так, отлично. Одна кнопочка есть. Да, мне кажется, по левой стороне будет быстрее проходить.
Да, посмотрю я запись, кстати, на ОВЦБК была вот эта вот выносливость-то. Чтобы выносливость хватало. Ну вот видите, вот сейчас подлагонул вообще просто, я даже видел. Вот, даже не помню, была выносливость, когда я висел, когда захват идет, что ты висишь и должен выносливость как-то сохранять. Не, ну здесь тоже можно выносливость, я думаю, сохранить. Я даже приблизительно знаю, как эту выносливость можно сохранить. Хотя, что с этой стороны я бегу, что с этой стороны, мне кажется, не особо-то это помогает, с какой стороны бежать. Мерзнет она здесь. Костерчик какой, блядь, разжечь. Но костерчика нет никакого. Сюрприз, блядь. Как в самый последний момент она мне шандарахнул, я не знаю, ребят. Я прыгаю, скачу, как я не знаю, кто скачу, как... Как скакун, блин, азиатский, и все равно мне прилетает. Было бы прекрасно, если она мне головой ко мне разворачивал, чтобы я залезть успел. Вот, видите, все равно прилетает. Я в это время нажимаю, ребят, я нажимаю на кнопку, вот, я не знаю, как мне прилетает, то не прилетает. Блин. То есть, игра как хочет. Хочет прилетит, хочет не прилетит. Ну вот сейчас, да, согласен, сейчас вот пропустил. Сейчас пропустил. Я думаю, что нужно, блядь, подпитаться. Все, что можно, блядь, сожрать нахер. Так, ну это мне пока нормально. Давайте вот это вот сожрем. Давай ко мне башкой, пожалуйста. Давай, плыви, енотка, блядь. Блядь, ты можешь жопой не ходить, а? Хуйня полнейшая, блядь. Мне тупо не хватает выносливости, блядь. Это можно, блядь, пизду. Это можно сначала начинать. Эту херь. Ну давай ты уже листайся, блядь, сделано вот через жопу. Вот говорите, что, блядь, джойстик на это не при чем. Вот я сейчас на джойстик, блядь, щелкаю, блядь. А на джойстик, блядь, вообще, блядь, он как бы, ну, неадекватно себя ведет. Я нажимаю на кнопку, он не переключает ее, блядь. Хотя должен переключать, блядь, вообще. Блядь, вообще прям только нажал, и все, и должно переключать. То есть джойстика им тоже нужно геймпад дорабатывать. Не знаю, с какой лучшей стороны бежать, с этой, с той, хрен поймешь. Так, а что такое? Ну да, давай. Оп. Оп. Блядь, вот терминатор-то, блядь, реальный, блин. Да, не хватает выносливости. Я даже не знаю, как мне, блин, здесь на эти уступчики, что ли, стараться около них держаться. Почему так быстро выносливость идет? Я не знаю, что ей не хватает-то. Выносливость вообще улетает. Мне кажется, раньше у меня выносливость так не улетала. Сейчас просто она, не знаю, в никуда просто улетает и все. Давай. Сундук, блядь, со сказками. Куда ты лезть-то, блядь? Зачем тебе лезть-то? Беги и лезть. Может из-за того, что она мерзнет. Вот. Ну а как мне здесь, извините. Здесь этого нету. Блять. Шалава, блять. Недоразвитая, блять. Тварь, блять. Ракетозная, блять. Увернуться нормально не может, блять. Да иди давай быстрее, блять.
Ну что, это так поел, что ли, я не понимаю? Что-то я жизни вообще не увидел, что у тебя прибавилось, блин. О, вот это вот хорошо жизнь прибавляет. Что она такое делает-то? Что это, что это елдо это делает? Елдым, блядь. Ну ты долго будешь стрелять-то, блядь? Молодец. Думал, минут 15, наверное. В принципе, можно к этим зарядам привыкнуть. Единственное, ребят, все это долго. Очень все это долго. То есть вот начинаешь вот это вот, ну вот эта вот стадия, я считаю, что вот эта вот стадия вообще она бесполезная. Ну вот что вот это вот, интересно вот на эту стадию кому-то смотреть. Мне не кажется, неинтересно никому на эту стадию смотреть. Вот что она, блядь, так долго, блядь, стреляет. Давай, стреляй, бомс. Стрельнул, молодец. Может быть, правда, от переохлаждения зависит выносливость. Охуел твоя голова, блядь. Я уж думал, сейчас попадет. Давай. Набираем выносливость. И поползли. Смотреть, где эта херовина. Мне такое чувство, что мы не туда поползли. Ну да. Не вижу, наверху у нее есть там эта пипочка, блядь. Или нет у нее этой пипочки, блядь. Зачем мне нужно, блядь, там зацепиться, блядь. Так, ну вот одну-то я нашел. Но мне кажется, что мы что-то пропускаем. Так, нахуй отпустить. Так, ну, теперь вперед. Успокойся, да? Вот разбушевалась-то, блин, корова. Вот это вот что такое? Я вообще вот это вот не понимаю.
за это, этот крюк, за который можно зацепляться, или что это такое? Куда? Блять, говна кусок, блять. Пизданулось, блять. Вообще, блин. Как я не знаю, кто, блядь, пизданулся. Давай, плыви уже, блин. Блять, говнососка, блять, натуральная, блять. Натуральная говнососка, блять. Ты будешь пулякать-то? Наконец. Мы дождались этого явления, когда она пульнет. Наверху, по-моему, у нее нету никаких этих штуковин, кнопочек. По-моему, пониже, пониже нужно спускаться, 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 и будет все зашибись. Давай, давай. Не, ну вот этот беготня, конечно, вообще пипец. Если ты упал, то все. А упасть ты можешь даже, если есть у тебя выносливость, потому что камера ведет себя неадекватно, и она начинает просто шалить, шататься, и тебя просто сбрасывает. Даже я не знаю, как это сделано. Ты просто реально, ты удержаться не можешь иногда. Это не от меня зависит. Я нажимаю в это время кнопку, я вижу, что у меня есть выносливость, но она почему-то падает. Она не может зацепиться, она не может, блядь. Я потом зубами блядь, ну как вот так? Ну как вот? Как вот сейчас вот попала эта хуетень меня, блядь? Ну вот как вот, скажите мне, блядь. Вот, нажимай на джойстик, блядь. Вот видите, с какого раза у меня переключилось? Вот все это время я жал. Я жал на джойстик. Ну давай, елдониха, блин. Вот чтоб тебе такой елдой, блядь, это отчекрыжили, чтобы ты, блин, знала, как быстро бегать, блин. В одно тебе в прекрасное, блин, в твое место, блядь, чтобы тебе чекружнула такая вот елдониха. И, блин, будешь прыгать, блядь, как это. Как сивка-бурка будешь, блядь, скакать, блядь. Ну вот что мне сейчас показывает камера.
правильно, не вижу, где еще одна хронатистика это. А, вон она наверху вроде. Да. Она наверху, и здесь все эти, блядь, хуёвины. Опа, 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 опа. Тихо, 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 цепляйся, цепляйся, дура, блядь, цепляйся нахуй. Ой, блядь, криворукая, блядь. Криворукая, тупая, блядь, манда, блядь. И чё, у нее, а, у нее жизни нету, да? Зашибись. И я не могу, блядь, здесь пожрать ничем. А у меня и жрачки, по-моему, нету, да? Да, у меня и жрачки нет. Пошла в жопу, блядь. Сопелка, блядь. Колососик, блядь. Тососик-то, а не колососик. Да, на самом деле, как бы, босс интересный. Вот, интересен он тем, что здесь вот нужно реально смотреть за твоей выносливостью. Если за выносливостью ты не посмотришь, значит, ты все, ты как бы упадешь вниз, и все. Вот это вот интересно. Я, по-моему, я на овце-быке этого не видел. Пересмотрю даже свой видос, но я и посмотрю, как будет лагать, не будет. Будем надеяться, что не будет лагать, потому что тоже с лагами тоже как бы не очень интересно писать игрушку. Ну, игрушка, я говорю, игрушка мне нравится. Интересные колоссы. Колососы. Ну, нужно. Если тактику узнал, как убить колосса, значит все. Вот сейчас мне повезло, я чисто понял, что нужно делать с этим колоссом. Вот, и просто быстро его убил. И видели, у меня жизни вообще, у меня жизни кропалик оставался. То есть, а реально, что я мог его даже и не убить, этого колосса. Сейчас бы он мне скинул, и все, и мне трындец, наверное, настал. Так, ну я думаю, что сейчас мне моя псинка-то опять меня тащит за ногу, за пятку. Сейчас мы там отогреемся. Вот, может, чем пожрать даст она. О, все, притащила. Так куда? А, во, она мне в эту, блин, в какую оживляющую воду скинула. Теплая ванна. Теплая ванна, господа. Хватит пить-то, а? Я же здесь моюсь. Ты чё пьешь-то? Сейчас будешь этим, блядь, шарики пускать изо рта. Такая бульк, бульк, бульк. Шарик, ты чё-то, по-моему, вырос. Ты, по-моему, меньше был. Охренеть. Да ладно, он играет. Сейчас, смотрите, лизнет. Мне не лизнет? Не говорит, что сожрет. Или насыт, или насрет. Не, все, она обосралась. Героиня нас обосралась по полной. Конечно, я бы сам, блин, подосрал, такая, если чучело подошла. Так, это у нас был какой? Это был у нас третий колосс? А что-то ничего не исчезло? Странно. А, вот, смотри, что исчезло, да? Что это такое? А, вот, исчезло. То есть у нас реально, у нас остается два колосса. Ну, я так, как бы, ну, разгадываю, что вот они потом исчезают, и мне кажется, что остаются два колосса, да. Ну, не знаю, это такой, ну, легкий колосик был. Вот, и сейчас, наверное, в небе что-то загорится, да. Мне показано будет, куда следующий колосс, куда-то наверху, что ли. Ага, вон, на небе, смотрите, да, показывает на небе, вот, реально показывает, где следующий колосс. Где-то, короче, в ебенях. Ну, ничего, мы и до следующего колосса, да, доберемся с вами. Вот, всех попинаем. Я говорю, главное тактику понять. Если тактику быстро понимаешь, что все, и все это замечательно. Вот он, ничего себе, кто такой? Это мне чудо, какой-то чертоган будет, видите, с рогами, блядь. Страшная сука, блядь. Аж поджилки трясутся. Что ж, друзья, давайте как бы на этом мы серию завершаем, потому что серия будет убийство одного колососа. Вот. И всем спасибо за просмотр. С вами, как обычно, был Неозар. Не забываем подписываться на канал. Говорить, убили ли вы колоссов? Что там будет дальше? Сложно там будет или не очень? Так что все. Всем, ребятки, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.